Уважаемые коллеги, в конце каждой операции по коррекции контуров тела мы облачаем наших любимых пациентов в компрессионное белье. Сегодня мы представляем вам компрессионное белье класса люкс первой степени компрессии Shape Skin. Для редукции, как сегодня мы сделали, оно особенное, оно другое, нежели для увеличения груди. Что мне нравится, что лямочки на липучках и люфт может быть очень-очень точно выверен. Не просто крючочки, а именно липучки, поэтому мы имеем возможность очень хорошо отрегулировать по компрессии и по росту пациентки это белье. Значит, сейчас мы его оденем. Застегиваем на... Ну, здесь достаточно свободное белье. На последнюю надо застегнуть. Конечно, когда мы делаем редукцию груди, не всегда понятно, какое белье по итогу будет подходящим. И бывает, что когда сходят отеки, это где-то на сроки 3 месяца, мы меняем белье на меньший размер. Такое тоже бывает достаточно часто. То есть пока большие отеки, белье побольше размером. Давайте. Нужно было снять эту дуготу. Вот таким образом мы к лямочкам подвязываем наши дренажи. Как правило, на следующий день дренажи мы снимаем. И пациентов, в общем-то, в стационаре после такой операции мы держим один день. Если только это не пациенты из каких-то далеких регионов, тогда 2 дня. А вообще, после такой операции одни сутки вполне достаточно. На следующий день мы поменяем дренажи. Значит, мы всей нашей командой ярославской благодарим компанию Clavermed за то, что предоставили нам вот это замечательное компрессионное белье. Что мне нравится, оно изнутри, там, где контакт с кожей, очень-очень гладенькое сделано. Оно разное. Здесь оно более такое бархатистое, а здесь оно прям очень гладкое. Я думаю, что 1,5 месяца, которое будет пациентка носить это белье, она будет чувствовать себя комфортно. Поэтому спасибо компании Clavermed за этот продукт.